Граждане, будьте бдительны. Похолодание на улице превращает ваши автомобили в привлекательное жилище для уличной живности. В такую ситуацию попал водитель на улице Рождественской. Тревогу подняли просто прохожие, которые слышали из-под капота припаркованного автомобиля жалобное мяуканье. Но нет, машины нет, нигде нет. Он где-то в мешке находится. Что ты делаешь? Котенок так испугается, вылезет. Вот он. Кричит. Да, живой котенок. Я его пыталась, купила вискас, пыталась кормом оттуда выманить. Он не выходит. И здесь вот такое объявление. Дорогой водитель, осторожно, у вас живет в капоте котенок. Если написано, что живет, это значит, что он здесь уже не первый день. Он застрял, он вылезти не может, и он... Уже от нехватки еды, там, воды, он ослаб. И объявление вот это вот было на стекле, и валерьянка. То есть пытались, видимо, валерьянки еще, как чтобы котенок на запах вылез. Я не знаю, может на самом деле еще валерьянки туда или нет. В общем, машина не на сигнализации, поэтому водитель не выходит. Хозяин автомобиля появился уже ближе к вечеру. Теперь уже целые делегации и всевозможными способами заложника попытались вызволить из машины. Дорогой водитель, где-то под днищем машины у вас живет котенок. Будьте осторожны. Зашибись. Надо просто завести ее. Ведь. Он уже туда заходит и выходит, котенок. Но он под разными машинами живет здесь. Заведи, Коль. Ой, он там! Оба, киса! Заводи колени! Тихо! Отойдите! Слушай, ну там явно комфортно. Боится. Ну, может, это сработает. Дайте ему туда поближе подсунем. Теперь ты официально прокачан. 170 лошадиных сил, одна кошачья. Даже если мотает. Кот уже жил там под капотом, выходил, заходил. Что, не переживайте, все хорошо. Завтра никуда не еду, кот выйдет. Ну хорошо, тогда давайте мы ему сейчас оставим. Не надо. Вискас для котят. Может, да не, рядышком поставьте. В следующий раз, когда я соберусь куда-то ехать, обязательно посмотрю, вышел ли котенок. Все, удостоверюсь и поеду после этого только.